Приветствую вас, аноним, судя по описанию, которое вы предлагаете, вы достаточно неуверенный в себе человек, стремитесь, по-видимому, к обособленности, к, возможно, к уединению. Вот, хотя это, безусловно, не точно, да, вот, потому что, ну, как бы это нужно еще выяснить. А вот, но я полагаю, что так, ситуация пока откладывается. Вот, то, что вы проявляете вот эту вот неуверенность в себе, да, достаточно сильно, вот. И родственников, в принципе, как вам сказали, не выбирают, это правда, да? То есть могли бы сказать вам, что родных не выбирают, вот. Но мне кажется, что проблема не только в ней, сколько в том, что вам стало противно. Вот. Хотя на самом-то деле сестра просто очень несчастный человек, который вот просто нуждается в любви, и как бы из-за этого, да, она увлекается разведением тех же собак, например. Вот. Другой вопрос, что вы этого не понимаете и почему-то реагируете, ну, так вот, негативно. Я не знаю, почему так вы реагируете, сложно сказать, вот, но я полагаю, что причины, конечно же, есть, вот, просто их нужно исследовать, их нужно найти эти причины, вот. Пока что они не ясны. Вот. Полностью обособиться от нее не получится, потому что она родной человек, как бы для вашего будущего мужа. Вот. И если вы любите своего мужа, то, ну, вам нужно принимать его родных, какими бы они ни были, вот, тут вы отстаиваете свои личные границы и говорите, что не нужно, да, там, в примере, ну, его сестре, допустим, с вами жить, вот, это, конечно, правильно, вот, но то, что вы, как вот вы пишете, да, то, что вы взбесились, это вот, конечно, нет. Это, конечно, говорит о том, что вы чего-то боитесь, что вы чего-то опасаетесь, что что-то вас расстраивает. И вот за то, что вас расстраивает, ответственность несете только вы, ни в коем случае не несет эту ответственность сестра, потому что сестра, она, ну, вот она, ну, такой человек. И все. Вот. Поэтому то, что вы поделились своими переживаниями, это хорошо, но вопрос в том, что этого мало, нужна работа с вами для того, чтобы
ну, более адекватно воспринимать эту ситуацию, чтобы она вас не вводила из себя и, возможно, даже не портила атмосферу в вашей семье уже теперь, которую вы создаете сейчас. Если вам не нравится позиция вашего будущего мужа по сестре, то мне кажется, что это хороший повод повременить немного со свадьбой, вот, потому что в будущем это может стать серьезной проблемой для вас. Для вас, ну, для вашей пары, скажем так. Вот. К сожалению. Так что я рекомендую вам тут вот все-таки не спешить. Да, тут. Ну, может быть, вы просто вызовете сестру на разговор и попробуйте с ней договориться, попробуйте найти с ней общий язык. Вот. Но еще раз повторю, она вас, она никак не оскорбляла, вас она никак не унижала. Вот. То, что она сказала, что не любит там, как бы все вот это связанное с кольцами, да, что это ее защитная реакция от невозможности построить отношения, потому что, заметьте, она одна, она занимается тем, что там, условно говоря, разводит собак, а это говорит о том, что человек замещает свой недостаток в любви. И это на самом деле серьезно, это на самом деле нельзя игнорировать. Вот. По поводу того, что она маме сказала, чтобы брат помогал ей, типа, что она его больше любит, то здесь, опять же, скорее такие внутренние семейные какие-то проблемы, да, внутрисемейные конфликты. То есть мне кажется, что сестра, она реагирует так, потому что ревнует. Она ревнует мать к брату, и ей кажется, что брата любит больше. Вот. Ну, наверное, это не лишено какого-то смысла. То есть, ну, его действительно могут любить больше. Вот. Хотя, конечно, тут ответственность исключительно только мамина. Вот. К сожалению, да, что она не смогла ну, адекватно распределить свою энергию. Вот. Ну, в принципе, так. Вот. А что касается подселения, то тут опять же важно все-таки понимать адекватно, понимать, почему человек так делает, то есть, на мой взгляд, ну, это важная история. Важный момент. Почему человек так делает, да? Почему она
ну, решила, к вам подселиться. Вот. То есть, видимо, были какие-то для этого основания, вот, у нее. Вот. Ну, то есть, вот этот момент нужно поисследовать. Но к вам это не относится никак. Аноним. Так что ответил бы я вам так, так на вопрос, который вы задаете. На этом, в принципе, все. Надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.